Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман. Как обычно, в начале такого небольшого информационного видео желаю всем приятного просмотра. Вот, а снять я решил данное видео по поводу того, что уже мои видео, если быть именно точнее, то 1788 видео набрали в общей сложности больше уже миллиона лайков. Но если опять-таки точнее, то 1 612 000 лайков. Вот, поэтому, ребят, конечно, спасибо вам еще разок за ваши лайки под видео, за ваши приятные комментарии, вот, за то, что смотрите мои видео. И мне приятно видеть, что они вам нравятся. Вот, и что еще одно, еще одна небольшая информация. То, что, как вы знаете, мой канал не только на эту замечательную игру Stalker, еще и я снимаю другие игры, бывает, тоже их снимаю. Так вот, снимаю, но, как вы помните, их уже давненько не было на моем канале. Вот сейчас мы прошли мод «Связь времен», и я решил на некоторое время снова возобновить данную традицию. Вот, поэтому, чтобы, опять-таки, вы долго не ждали видео именно на эту замечательную игру «Сталкер», вот будут, как бы, появляться видео на другую игру, опять-таки, которую меня уже давно просили снять мои подписчики, то бишь именно вы, ребята, вот. И вот она уже, опять-таки, снята. Я уже, хоть и в том тоже видео уже скажу, но и сейчас тоже говорю, что поэтому, ребят, не волнуйтесь. Данная игра у меня же времени на съемку моих видео уже не отнимет вообще нисколько. Ну что же, вот такое небольшое информационное видео, поэтому, ребят, не удивляйтесь, если вы что-то увидите помимо Сталкера на моем канале. Ну вот, видимо, и все. Так или иначе, не забывайте про ваш небольшой лайк под видео, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить любые новые видео на нем, а видео будет еще очень даже много. Всем пока, всем хорошего, увидимся в новых видео. Всем пока.